zu seinen. Нам мимо железки надо? А? Нам мимо железки надо? Да, я туда проехал минут, я не знаю, 15, потом сюда минут 5. И вижу, отеля нет. И намека на отель нет. А потом Маша позвонила.
полевее под мост? Да. Следующий населенный пункт. Сент, что-то там, что-то там. Да, Сент, что-то там, что-то там. Тут полгорода так называется. Эпиера. Эпиери. Там. Иди. По правой стороне, да? По левой. А, надо выезжать туда. Thank you.
Давай не на съезде. Я планирую сюда заползать, как улитка. Да? А чё? Ну? Тут круто. Круто, плюс еще один этот убийственный перевал. Да и ножки уже на первой свежести. Это да. Ножки, да, чувствуется. Колени надо побери. Миша, а передние звезды это 3452, да? Не, вроде большая 48. Хотя я точно не интересовался.
Архив? Архив. Архив? Не. У него теперь идет... Йо, араукария чилийская. Дерево, на которое не садятся птицы, потому что оно острое. Ого. Йо, мэм. Средняя звезда такая здоровенная. Ну, я на каком-то из АВКшных Critical Mass, ну, я на одной только был. Бачу чувака на возле велотрека с такой передней звездой, ну блин, дюймов 20, наверное. Ну вот такая, похожа на самопальную, да? Да, в диаметре. И изолентная в мотом велик. Ну да, что-то типа такого. Да, вот это вот. Ага. Сумасшедший. Ну он так на торчки крутит. Будь здоров. С этой звездой? Да. Причем он даже не переключается, а первую. Я просто не помню, это не первая. По-моему, есть. Ну, значит, обмылки у него что что надо. Ага. Это такое Бельвилле. Очень часто встречается. Слово. Ну, деревенька какая-то. Ну, типа, ну, по нашему деревне, по этому Бельвилле. А. Ой. И в плане что? В плане что? У меня получается каденс низкий. Это еще не низкий, если будет на 13. Если будет. На 13, я думаю, надо на ногах. Тринадцать это жесть. 100 метров проехал, на 13 поднялся, шпоник. 200 метров проехал, 20-этажка. Вы, не, 8-этажка. 20-этажка. 9 этажей, 25 метров. 22. Дорожка похожа на крышу, как бы. Мы когда-то поднялись на самый верх. Нас посадили, сказали, валить обратно. Да. Все, окей. Спорили еще полчаса, никак не просили там, не знаю, деньги давали. А куда поднималась? Знаешь, это Лужный, вверх поднимается дорожка, там где беседка Ветрова, там где Роман Гош, там вот дорожка, там вот всю дорогу наверх, она вот такая вот, наверху по плотной идут. Машин нету вообще, потому что машины тоже не пускают. Мы хотели по ней проехать. Мне кажется, это еще это не... Да, это не перевал, это подъезд к перевалу. Это подъездик, да? Ага. Гробики могут деморализовать. Ага.
гады. Бац, 12%. Ой, не, ну нафиг, я как-то поехал, да. Демотиватор такой. Да, вроде. Как и все. Ну, это, кажется, 2 ампер. Вин потребляет больше, чем 2 ампера просто. Да? В режиме съемки? Да. Потому что она не успела. Давай, ходи. Вперед. Не успеваю заряжаться от 2 амперного пауэрбанка. То есть все равно медленно разряжается. Да. Пипец. Ну я подумал на будущее. На будущее надо паять 3-амперный преобразователь. Не-не-не, это кустарщина. Кольцевого аккумулятора багато. Две батарейки GoPro-шны. И этот. Там такая маленькая батареечка, но все даже хватает стандартного. Часа на полтора, в зависимости от режима. Если снимать 4К, то чуть больше часа. Я для своей Sony купил второй аккум, мне хватает батареек на 3 часа. Ну вот. То есть по катушках, по-моему, этого достаточно. 3 часа никто не смотрит видео. Ну, его же можно там порезать, ну, потом. Да, да, самый такой хороший момент. Я и мой странный велосипед. Я и мой странный велосипед. Сраный. Сраный. Да. Сраный. Это тоже странно. У меня велосипед хороший. У меня 3 хороших велосипеда. Они все хорошие. Да. Фух. Они нам служат для рыба. О, началось. Или нет? Не-не-не. Она мне налево? А сейчас глянем. Не. Ну, ну, взглядом так. Наверное, она прямо. Тоже так. А, думаю. Да, тут просто очень много поворота, я помню. Смотрите, мы едем 10-11. Как мы будем ехать в гору? 6, 7, 5. Вроде нам все время по главной. Угу. Это все впечатление весело. Не надо бить замок, я алюминиевые педали. Такие дорожки тоже люблю, когда да. Все в этих даже этого не видно. Небо, такой туннель весьма. Посмотрю я на шею, что это такое. Ты не потеряйся. А что развилки по? Ну тут их много, но в принципе по главной можно все время ехать. Телефон же есть у тебя? Да. Езжай. Коль де Гран Кушерон. Ага. Ага.
наверное, где-то там. Ага. Долина святых. Ага. Население это Сент. И гробик, и не гробик. Ну, только что приехал. Я думаю, глобально тут гробики везде обновляли к столетию тура. Наверное. График высоты могут быть вертикальными из-за того, что короткий, да? Да, суммарный километраж не сильно большой. То что сейчас вроде. Ну да. Так, терпимо все. Люди гран кушеран. А? Туда вроде. Ага. О, вот и торчок. Тренироваться там. Что боялся, что тут не заеду. Надо сходить. Смотри, очень красиво. Мадю?
как я на велосипеде еду. Да. Со спины? Да. Начинай. Есть? Да. Гранд Мерси. Что-то судорога начинаю подергивать. Темп малик. Щипал бутончика. Походу, французы еще не попросыпалась. Наверное. 10 часов. Хотя у них и так не людно. Ага. На улице. Здесь домики каких-то вот огородов особо не вижу. Наверное, земля не очень. Даром дети, хотя наверное откажусь от своих слов там, на торчках. Но по сравнению с вчерашними 30, да, для меня уже тогда, когда увидел там что 8, уже праздник был чуть-чуть. Thank you.
надеюсь, у Ютуба хорошая стабилизация видео. А то буду укачивать.
Так, и куда? Не, наверное, по главному. Давай глянем. Давай глянем. Когда стартуешь, так легко крутится. Буквально 300 секунд. Все, аж забиваются мышцы. Счастливые лица. Бонжур. Ну что, как мы пойдем? Легче, чем Коль де Масяня. Да. А покушать? Покушать? Зачем покушать? Где же можем там рассказать, как страшно, как ужасно. А грейпфрукты есть? Есть аппетит. О, тоже хорошо. Давай. Это прекрасно. Здесь даже виноградик, берите, кто хочет.